Контролю над качеством проведения зимней уборки и содержанием мест общего пользования был посвящен очередной рейд, проведенный 10 февраля совместно представителями администрации, территориального отдела Госадмтехнадзора при участии городских коммунальных служб. Тенденция положительная видна. Недостатки, указанные на прошлом объезде, в большинстве своем устранены. Но возникает вопрос у нас к содержанию территории сетевых магазинов. В данном направлении работа ведется в вялотекущем режиме. Госадмтехнадзор держит эту ситуацию на контроле, примет все возможные меры для наведения порядка. Положительные результаты есть, по словам Ильи Лялина, на дворовых территориях и дорогах общего пользования. Массу нареканий при сегодняшнем объезде вызвали содержание торговых объектов крупных сетевых. Это «Магнит», «Пятерочка», «Айсберг». Вот. Замечания сделаны. Сейчас вот работа будет сегодня-завтра проводиться с управляющим этих компаний по наведению порядка. Это прежде всего парковочные места, стоянки для инвалидов, ну и содержание территории к объектам, в том числе сбивание наледей и сосулек. Самое главное, что приятно, что начали появляться непосредственно управляющие этих сетевых магазинов, до которых достучаться тяжело, все они в Москве, уже знают, что по вторникам идут это объезды, что присутствуют представители власти, органов Адмтехнадзора, сотрудники все, непосредственно работники дорожных служб, начали появляться на наших объездах. Это уже хорошо, то есть идет реакция к тому, чтобы навести порядок.